Так, продолжим дальше. Так, а что у нас? Бля, дополнение, короче, есть на эту игру. Purple Haze, интересно посмотреть, есть на компьютере, но не только на PS, блядь. Вот гляну. Как оно было в Сайгоне? Надеюсь, Стив, сейчас ты полон сил? Да, тянулся по полной. Чуть было не захотел там остаться. А кто бы не хотел? Я слышал, что-то большое намечается. Может быть. У нас есть несколько групп в долине Кхеары. Значит, мы применим против Чарли их же оружие? Ты имеешь в виду, используем ли мы против них тактику партизанской войны? Нет. Это разведгруппы. А ведь это, знаете, сработало бы. Вот именно. Отправьте нас туда, а уж мы-то... Я редко соглашаюсь с мистером Громилой, но это как раз тот случай. Да-да, может быть. Но эти группы выполняют очень важную работу. Мы установили небольшой ретранслятор у границы и можем поддерживать контакт с ними. В тех краях бывает жарко, но мы поддерживаем его функционирование, пока группы не завершат задание. Дайте я угадаю. Охранная операция? Точно, мы меняем группы. Мы — это лагеря Плейме и Плейджерин. Сегодня ваша очередь поработать с сиделками и последить, чтобы Чарли не добрались до вершины. Вот это здорово. Я ждал чего-нибудь эдакого, что вернет меня в колею. Аминь, брат, и я тоже. Не беспокойтесь, Чарли хоть раз в день допорываются атаковать. Ты еще пожалеешь, что не остался в Сайгоне, Хокинс? Я так постоянно об этом жалею. Черт, где же справедливость? И ты, Чарли, вечно чем-то занят. Они лупят из минометов по нашей базе, а мы тут просиживаем задницы. Могло быть хуже. Это как же? Ну, не знаю. В конце концов, они могли послать на нас танки. Ладно, лучше быть начеку. Пошли. Значит, операцию... Чарли прямо перед нами! Пулеметчики! Вижу. Виста Альфа, я Виста Браво. Вы слышите меня? Прием. Снова Чарли. Виста Альфа, я Виста Браво. Не волнуйтесь, мы уже близко. Получи, скотина! Надо прикончить этих минометчиков, командир. Убил одного. Блять. Пулемет не поворачивает. Виста, надо заткнуть их, а то станции кранты. И зачистим склоны с воды. Прием. Снова Чарли. Виста Альфа, я Виста Браво. Что происходит? Вы слышите меня? Прием. Черт, в него попали. Плохо дело. Ну и чё? Надо заткнуть их, а то станции пусты. Кто стрелял? Блядь. Сейчас минометы разнесут тут все к чертям собачьим. Так а где они? Пиздец, проебали миссию, нахуй, охуенно, ёпта. На паузу ставлю. Так, где этот миномет? Я Виста Браво. Мы облетим вокруг холма и зачистим склоны с воздуха. Прием. Еще один. Виста Альфа, я Виста Браво. Что происходит? Вы слышите? Где миномет? Еще один. Черт, в него попали. Плохо дело. Гонковцы! Где?
Ну вот один вижу миномет, а где второй? Хуй его знает, где он. Я не могу и нащупать. Вроде летим куда-то, блядь. Хуй знает, я не вижу миномета нигде. Да? Нормально. Кто-то другой миномет высек. Ох, блядь, пошло. Добро пожаловать в Кампаджо. Что здесь творилось? Эй, Виста, еще Чарли. Что вы там тянули так долго? Они нас чуть не схватили. Блядь, ну хули, бывает, а что тебе? Да? Без резко хуй обойдешься тут, блядь. Да, что же. Проводник, ты кто? Сапер. Нихуя себе жесткий, блядь. Тихо, тихо, тихо. Где что-то операция она? Блядь, а где радист? Не, блядь, а где радист-то у нас? Там еще Чарли. Чувак, блядь. Отель 6, я Виста Браво, прием. Виста Браво, я
Ян шестой, прием. Шестой, я Виста Браво. Мы сменили Висту Альфа на высоте 715. Прием. Виста Браво, я шестой. Там еще Чарли. Погода портится. Нет возможности поддержать нас с воздуха. Конец связи. Шестой, я Виста Браво. Вас понял, отбой. Вот. Сохраниться надо, ибо. Так, один где-то здесь шароебость, надо его ебать. Так, вот на. Попробуй вот это! Вижу Чарли! С севера 50 метров от заграждений! Так, пока неплохо. Опа! Нихуя себе больно, блядь. Чувак, тихо. Где он? Где-то один здесь должен быть, блядь. Не вижу его. Я туда гранату захуярить. Поберегись! На нахуй. Поберегись! Во-во-во, чувак, Дюаня. Стой, я Виста Браво. Мы отбиваем еще постоянные атаки. Насколько еще мы тут застряли? Прием. Виста Браво, я шестой. Плохие погодные условия усложняют эвакуацию группы. Бля, сейчас мы идем, походу. Держаться. Я дам вам знать. Прием. Шестой, я Виста Браво. Вас понял, отбой. Ну-ка, браток, дай-ка я пройду сюда, не? Да, было. Я патроны пока есть, похуй. Хоть вспышку кинули, блядь, что это, световой просто. Ты тут да хуя, блядь. Глаза разбегаются, у кого первого хуярит. Сколько патрон? 6 осталось. О, Люська, ебать, нихуевая. Любите свинью, пацаны? Готов на. Где? Берегись, граната! Бля. Опас. Опасный, бля.
куда ты крадешься, она? Блять, один где-то сзади, блять. Пусть до туда достал где-то. Пробуй вот это! Ложите его! Вьетком, приближайся от севера! Бегись еще ветера! Да ебаный ты урод, блять. С точной стороны 50 метров. Сколько они еще переть будут, блядь? Бастард! С северной стороны! 20 метров! Получай! Тихо, блядь. Ну вот что так, пацаны, не надо. Попробуй это. Вот это! Ну-ка, Бендик, давай ко мне. Еще один. Этот убит. Получай, придурок. Сука, ты чего живучие, блять? Нихуя себе, блядь. Это ствол, блядь. Заебись, снайперку поднял, вообще охуенно, придется заново отстреливаться, ебать его, урод, блядь. Суки, блядь, с ППШ еще, ебаный в рот, блядь. Ладно, блядь, я до до того места возобновлю. Ты заебался уже атаки их не отбивать, нахуй. Блядь, у меня куда-то делся бин, блядь, был его. А, у меня шметик, если я забыл, блядь. Метров. Один готов. Там еще один. Ой. Своего подбило. Сукины дети. Блять, они прут и прут, это пиздец, блять. Рация, рация, где? Чувак, куда пошел, блядь, долбоё! Как я теперь к нему подойду, к этому еблану, блядь? Иди сюда, блядь. Сюда иди. Сука, он реально дебил, а. Да, блядь. Где радист? О! Я. Получи! Давай говорить, ёбаный урод, блядь. Отель 6, я Виста Браво, прием! Виста Браво, я 6-й. Доложить обстановку, прием! 6-й, я Виста Браво. Враг продолжает наступать. Требуется поддержка, срочно, прием! Виста Браво, я 6-й. Вас понял, только что подняли на борт последнюю группу шип. Если погода не изменится, птички прилетят за вами через пару минут. Прием. 6-й, я Виста Браво. Отлично, скажите им, пусть поторопятся. Конец связи. Все, можно жить дальше, блядь. Пока что жить можно, да. Бля, один где-то сзади, нахуй.
Минус. Готов. Тыла отбили нахуй. Да ёбаный уродец, сука, блин. Меняю магазин! Пора подлечиться, приятель. Сдохните, гады! Бля, медик, заебись, лечит вообще, красавчик, блядь. Можно орден выдавать, блядь. Так, того надо хуя... Чарли с запада, 20 метров! Да ну нахуй, блядь, сука, пиздец, пулемет это такое говно ебаное, пиздец, я его больше не возьму, я его выкину нахуй сейчас. Сука, просто параша, помойка ебаная нахуй, дай другое мне что-нибудь, блядь. Чарли, наступаю! Что тут есть-то, блядь? Давай вот это возьмем, попробуем. Забирай последнее, блядь. Бери, ёпты. Доставай ты, блядь. Не знаю, попадай по кому, нет. Суки ебаная, блядь. Вот они, с западной стороны, 15 метров. Чем же? Да нахуй тебе ППШ выкинем, блядь. Нету бинта у меня, да? Сука, плохо, блядь. Бля, хуёво не было. Ублюдки, сука! Блин, Даша. Да ну, бля, сука, заебали просто уже. Суки, читеры ебучие, блядь. Блядь, тяжёлая, сука, блядь, что миссии такие тяжёлые, блядь. Блядь, я не оселяю. Давай патроны мне. Чарли с западного фланга. 50 метров. Нормально. Отдыхай. Ох, блядь, потно, сука, потно, потно. Блядь. Сука, 20 зарядка еще. Готов. Готов. Не, ну М-ка нам заебалиская, блядь. Готов. Ебать они потоком хуяры жестким, блядь. 5 патронов осталось. А где я пулемет скинул? У меня так-то патронов больше нету, блядь. А, это наш, блядь. Быстрее собирай, ёбаный волк. Операция провалена. Да что такое, блядь? Сука, блядь. Либо от этого пулеметчика отходить вообще нельзя. Он заебал. Из-за него я постоянно проёбываю уже пятый раз.
Сука, поросенок ебаный нахуй. Блять, вот урода, а. Собака ебучая, блядь. Хули, надо теперь стоять этого долбоеба охранять, хули делать, блядь. Чарли отовсюду, я так понял. Пусть, блядь, это с пулеметом нахуй, а. Меня ничего ебают, а. Куда? Сука, блядь, сзади заходят кондоны, блядь. Меняю магазин. Блядь, там все новое поделение. Возле заграждения 15 метров. Да не повсюду тут, ёпта. Попробую. Блядь, чувак, ну спасибо. С западной стороны. Опять из-за тебя, да? Мне этот пулеметчик заебет, дахуй. Пиздец, он постоянно умирает, этот вафел ебаный, герой конченый, блядь. Сука, сидит рядом с коробками, с боеприпасами, а-ля... Олень ебаный, да выкинь его нахуй. Дебилушка ебучая, блядь. Получайте, козлы! Мудак ебаный, блядь. И хуй ему, блядь, слов не подобрать, как он. Какой он уебок, блядь. Да блять, заебали на. Пока, придурок! Эй, вон еще один! Что ж так тяжко, блядь, а? Хули, его надо крыть, а что делать? Недоноски! Чарли, наступаю! 50 метров! Так я сохранюсь, нахуй, у меня еще два сейва есть. Я заебался уже переигрывать, нахуй. Пруд, блядь. Сзади никого нету, надеюсь. Да ты, блядь. Нихуёво. Хорошо, сохранился, то вообще опять заново, блядь. Сука, тяжко просто пиздец, блядь. Фу, блядь. Мэм. То патрон собрал, все. От пулеметчика нельзя отходить, он, блядь, умирает постоянно. Ну ты умрешь или нет, сука? Бля, ты заебал, он тут.
Блядь. Сука, ебучая игра, ебать ее в рот, сука, будь ты проклята нахуй. Ебаный рот, я так в жизни не потел никогда, даже в арме, блядь. Это пиздец, блядь. Суки ебучие, блядь. Прикинь, на хардкоре, блядь, как играть на четвертом уровне сложности. Я вообще в ахуе, это, наверное, вообще пиздец, блядь. Хули, надо сейчас туда идти отстреливать, блядь. Да ёб твою мать. Кость не задета. Я наложу повязку. Спасибо, Меди. Чарли с севера! 15 метров! Сдохните, гады! Умри нахуй. Блять, они со всех сторон, ёбаный рот, блять. Северная сторона. 30 метра. Чарли наступают. 50 метров. Ну и где наш радист, блять? Вот он. Чего он сказал? Я что-то не проебал. Еще я нихуя не понял. Во, нормально. Так заебись. Я что-то промотал, короче, рацию эту ебаную. Да хуй с ней, блядь. Да ебаный ваш в рот, блядь. Сука, сколько вас тут, блядь? Медик, давай опять, вот опять коснули меня. Блядь, эту игру я надолго запомню, блядь. Ты охуел, что ли? Ебать, я слышу вертолет, охуеть. Неужели конец? Ой, блядь. Блядь, молодцы. Тяжело было, блядь. Вот это возьмем. Ну что, всех разъебали, больше никто не это. Вроде как не нападает. Кто там опять идет? Садись, хули ты там дрочишь, блядь. Кого не увидели? Полетели нахуй. Садись, блядь. Не, блядь. И выйти нельзя, кстати. О, да неужели ты сел, ебать? Ты будешь садиться или нет, долбоёб? Алло! За мной! Алло! Да. Блять, это что-то с чем-то, пиздец. Чувак! Ты будешь садиться в вертолёт или нет, долбоёб? Блять. Что, мне переигрывать, что ли, ёбаный рот? Я не хочу. Сука. За что, блядь? Ой, блядь.
Короче, придется переигрывать. Я на паузу кидаю пизду. Так, что они все сели нахуй? А я, мне теперь места нету. Во, ёпта. Короче, пока все десятки, лучше не садиться нахуй. Жесткая миссия, блядь.